просыпается ото сна. Серо-желтая весна. Я попал, влюбился, встрял по колено. Я уже схожу с ума. Ну, разъебы очевидно, очевидно, очевидно. Еще будут. Еще в таком количестве. Интересно будет посмотреть, интересно будет посмотреть. Типа, старые участники уже столько раз проигрывали факеру в машине. Просто вот настолько часто они проигрывали, что они уже не верят даже, что можно, ну, как-то хоть что-то противопоставить факеру. А новым участникам похуй, они молодые все, шутливые. Они ебали в рот правила какие-то, возможно. Вот. Ну, может быть, не ебали в рот, но, возможно, ебали в жопу. Интересно будет посмотреть на это. Прям, да. Да, это будет интересно. Мне нравится, как все идет. Хочу похвалить и Бьорна, и Лизон. Минимальное количество дропов. Лучшая статистика только у Ласки. У него 0 реролов и 0 дропов. Ласка крутится. Давай, 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 Богдан, давай! Стой! Есть! Есть, Богданчик! Держи! Ну где же наши стримы, Богдан? Это тебе. Все, теперь запускаю ХПГ. Я выполнил план, о котором мы говорили. Отразить самый жирный инвентарь в тебя. Можешь запускать. Ну, получается, в баксах там просто. Но по курсу мне снимает. Как бы, а в чем прикол для стримера-то? Я раньше, ну, типа, по полной лутал в баксах, так сказать. Да, я тоже не знаю, как это будет работать. Мне что, рубли будут, что ли, давать? Я тогда прям сейчас это последний стрим, пацаны. Я за рубли работать не готов. Ну, типа, будем откровенны. За рубли, как бы, я на миксер тогда пойду, знаете ли. Не, я серьезно, абсолютно. Я, блядь, за рубли стримить не буду, как бы. Я не ебанутый. Ну, в том плане, что... Это что получается, как бы... Это что за инвестиция в будущее, так сказать? По доллару я откладывал на свою мечту, там, типа, виллу в Испании. А рубль-то мне вообще для чего, блядь? Вы что, смеетесь, что ли? Короче, я ультра недоволен этой темой с фиксированными сапками. То есть в сапках за 400 я, в принципе, не вижу ничего плохого. Это нормально, мне похеру. Ну, типа, будет сап 200 рэ приносить, но я тогда раскручусь, я тогда 1000 сабов набью, начну ивент какой-нибудь там, я не знаю. Вон, мобстер, пойдешь в мое ХПГ? Будет называться МПГ. Как расшифровывается? Мэдисон пердит говном. Я не знаю. Да какая разница, как это расшифровывается? Короче, идея в том, что, типа, накрутим сапов по косарику. Но, извините меня, платите мне все равно в долларах. Я как бы это... Что это такое? Это американская, между прочим, компания. Я на Amazon работаю. У Мэла 32 очка. Он на 8-м месте. А сколько мне денег? Ты зарабатываешь... Так, какой приехал? 8-й, да? Да. 800 рублей. Это мои первые киберспортивные деньги. Первое. Просто очуметь. Просто очуметь. Я потрачу их на подарочные сапки в чате. Как можно на дропе заработать баллов? Плевать вообще? Юзи, можно? Блин, я тоже тогда хочу так же. А можно мне так же? Или мне нужно сначала 30 часов постримить? У тебя усики не чешутся, братик? Какие усики? Ты о чем? Ты о чем, братан? Жесть, да? Не, сколько мне сейчас лет? Вот на вашем экране. 13? Не ожидали такого. Давай! 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 Блять! Блять! Ну, если в меня прилетит, это не проблема. Я все равно собираюсь дропать. Я все равно собираюсь дропать, потому что это игра на миллиард часов. Чё дропать-то? В чем проблема-то твоя? В Корсары играть в 2020 году? Не, спасибо. Арканум, Балдурус Гейт, Дивинити, Корсары. Мне это невыгодно. ХПГ про игры. Члап-члап-члап. Опять атака на Лизуню-Пупуню. Злые вы. Да почему злые? Блин, чувак, так, прекращайте, реально, серьезно, чуваки. В чем проблема? Типа, мы на прошлом сезоне ХПГ сидели, кидали во всех кидали дебафы, и никто не мошнил. Тут появилась Тиан, и вы начинаете себя странно вести. Ребят, прекращайте. Лизон такой же участник, как и все остальные. Я могу кидать в нее в ловушку. И могу, и буду. Все, я отстаиваю свою позицию. Как захотел ловушку, так кинул.
Вы начинаете реально перегибать палку. Как захотел ловушку, так и кинул. Ты что, не джентльмен? Какой нужно быть сволочью, чтобы девушку до слез доводить? Ради каких-то ловушек. Лизуня-пунюня, мы с тобой меньше, чем... Лизуня-пунюня, мы с тобой, пишет Алистер. Спасибо большое. Знаешь, мне стыдно стало. Наверное, я на себя ловушку брошу. Давайте переиграем. Не стоит это всего. Лиза, прости, на себя бросай ловушку. Пусть лучше мне ногу оторвет. Ладно, давайте дальше. Хоть если я до конца ХПГ останусь на последнем месте, все тиктоки будут по группу звери. Я еще раз побреюсь тогда в конце, чтобы все было качественно и красиво. Каждый день в течение 2 месяцев вы будете играть в новеллы. Стратежки и говно. Любая хорошая игра будет дропнута или испорчена другими игроками. Все верно. Так я не понимаю, почему на это мошнят. В хорошие игры люди и так играют. Какой смысл стримить хорошую игру? Она хорошая. ХПГ создана для дерьма. Все, сидим и играем в дерьмо. Вся суть ХПГ именно в этом. Кто не будет играть в Корсары за 70 поинтов? Здорово, Вовочка. Блять, да ты не на первом ХПГ бы не играл в Корсары. Чувак, я на первом ХПГ прошел. Сказать, что прошел я на первом ХП, перечислить тебе? Ведьмака первого, Bloodlines Masquerade, Fable первый. Хорошо, если бы эти игры тебе выпали сейчас на ХПГ 2, ты бы в них не играл, хочешь сказать. Почему? Потому что дешево стоят они. Я тебе еще раз говорю, но хорошо, они... Потому что они дешево стоят. На первом ХПГ важно было не дропать, чтобы не больше не нахапать плохих игр. Сейчас дропать с одной стороны выгодно, с другой стороны нет. Потому что ты можешь не окупить дроп свой. Ну да. А на первом ХПГ ты не хотел дропать длинную игру, потому что... Прибежали бы шейхи и накидали тебе сабок на плюс игры. Ты сам сказал, блин, после 20 пусть уже не будет... Ну типа, у нас лимит по самое максимальное количество баллов, которое ты можешь получить за время, чувак, это 20 часов. Чувак, все, что 20 плюс, на давай бабку не идет. Неделю одну посмотрим, добавим немного поинтов длинным играм. Да, факеру пофиг. Все же Ой, будут в одинаковых условиях, а мы можем ДБ хотя бы проверить это. Ему нормас. Сколько часов, от скольких часов? Давай обсудим. 5 часов, а следующая 46. Факеру нормас играть. В Тетрис и Мозаике. Да, давай обсудим это. Просто добавим немного поинтов, немного процентов поинтов. Там сколько-нибудь. И посмотрим, как неделю мы пройдем. Будем ли мы ролить длинные игры? Сколько за них будет давать поинтов? Мы хотя бы соберем информацию. То есть это ты хочешь код предлагать переписывать Линс? Пару чисел, но если ему не сложно будет. Хорошо, чувак, мы покрутим еще колеса. Я это все на основании корсаров сейчас сужу. Вот, я покручу еще колеса. И если, не дай бог, мне еще раз выпадет крутая игра, длинная, с маленьким количеством ДП, я к тебе вернусь, ты понял? Не угрожай мне, блядь! Ты понял, кто я такой, блядь? Я плохо слышу, чувак, ты понял меня или нет? Я не слышу. Не угрожай мне, я еще раз тебе повторю. Хорошо, я не буду к тебе приходить физически, но приду в твой дискорд. Бля. Братан, я от тебя такого не ожидал. Ладно, там другие ребята мошнят, но ты-то чё? Ну все же уровни проходят. Так это РТС-ка за 36 ГГП, чел. Ну я понимаю, но у меня тоже выпало. У меня тоже выпало дерьмо. Понимаешь, это единственный способ поиграть в нее, потому что иначе в этом нету никакого смысла. Почему? Ну ты все уровни проходишь, и все нормально. Ну и трачу на это 15 часов за 36 ГГП. Ну типа ГГП. Того, ну так вот такое. Скобочка 36 минус 50%. Я факеру сказал, что нужно больше давать ГГП за длинные игры. Если мы соберемся и обсудим это, то можем изменить формулу. Но в данный момент, ну, надо все игры проходить. Просто, вот серьезно, я в этом смысла особого не вижу. Я вот даже прошел первую миссию, вроде довольно прикольная. Ну вот, ну пройди все миссии. Когда думаешь, что ты будешь сидеть 15 часов. Ну да, ну да. Не 36 поделить на 2 ГГП, то невероятно грустно становится. Ну, я согласен, Бьерн, грустно, но с другой стороны, ведь мы же игры проходим. И чтобы пройти тебе игру, тебе нужно все миссии пройти. Блять, как ты сменишь эту систему? Что ты сделаешь? Меняйте эту систему. Просто сделайте нормальную систему. Мы столько времени, блять, над ней думали. Смените эту систему вот сейчас. Сделай хорошо. Чего ты не сделаешь хорошо? Щелкни пальцами. Сделай хорошо. Так ты это видишь, блять? Так ты это видишь? Что-то я не вижу в личке от тебя у меня идеальной системы, по которой все рассчитывалось бы. Ёпта.
Если выбирать, если ставить, делать ставку на того, кто первый достигнет финального отрезка и пройдет, я бы ставил на Юзю. Почему? Потому что Юзя просто может постримить однажды 60 часов. И никто его не остановит. Чего? Что, извините? Так, ну поехали, попробуем поиграть в эту странную игру. Тут кайф, конечно, но игра... Этот кайф, пацаны. Ой. Что это такое? Это секира 2. Потушено. Все, летим дальше. Скорее, 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 скорее. Ты перепроходишь секира? Ну да. Ну че, чуваки, это все-таки вин? ХПГ. Мы бы никогда бы в жизни бы не узнали об этой игре, если бы не ХПГ. А прикиньте, пожарники бы реально были вот такими ребятами. И реально бы так тушили пожар. Мне кажется, число поджогов бы просто возросло. Да сука! Да хватит сворачиваться! Ну серьезно, блять! Сори, что я такой душный сегодня, но это просто, блять, невозможная игра про голову мужика. Я уже не могу, блять, терпеть. Не могу уже, блять, перевозбужден, понимаете? Вот как я вот здесь могу, блять, его потушить? Как, нахуй, как? Быстрее лети, блять, быстрее! Как можно играть в это? Быстрее! Ну не тушит, нахуй! Да, блядь, да как тебя потушить-то, блядь? Какого хуя? Все! Все! Вот так! Фу. Вторая фаза? Только не вторая фаза. Только не вторая фаза. Только не вторая фаза. Только нет, только... Пожалуйста. Упал в космосе. Сорян за токсичность, чуваки. Реально очень бесячее управление. Я прошу прощения перед каждым из вас. Слышу. Говорю, не мощнее, это Company of Heroes. Ты чё, блядь, охуенная игра, лучшая. Да, никто не спрашивал твоего мнения по поводу игры. Смотри-ка... А я самого высказал. Я понял. Извини, что нагрубил тебе. Смотри-ка ситуация, я тебе говорю. Company of Heroes Legacy Edition... Это бандл из двух игр. Из каких? Из Company of Heroes и Company of Heroes Legacy Edition. Гениально, гениально. Чувак, у нас есть про Edition и пункт правил, что ты проходишь основу, если тебе выпадает Edition. Да знаю, я все равно буду реролить. Если ты похвалил игру, значит ничего хорошего от нее не жди. Блять, это стратежка охуенная про войну, про настоящих мужиков, блять, которые воевали вообще-то. Про Пёрл-Харбор, нахуй. У тебя есть возможность пройти кайфовую война, игру после этой японской помойки. Потому что пока я буду в эту игру играть, у меня телепорт вообще исчезнет. Кому-то другому достанется и придет ему в кассу. Я хочу, чтобы мои шмотки приходили мне в кассу, а не кому-то другому. С иглы, с иглы. Минус телепорт, плюс рерол. Майских праздников. Это да. А между ними рабочие дни. 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной этой ситуации многие бы не работали. Брали отгул или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Ее не кинул в тебя другой стример. Она и чё, это не выгодно для меня, что я в нее встаю. Но у меня есть щит. Почему я встаю в нее? Невыгодно. Да это бред полнейший, чувак. А нахуя мне щиты тогда копить и собирать, если они не работают? Ну, чтобы другие у тебя не могли красть инвентарь. Так я сам в нее встаю. Блять, это нелогично, братан.
Но не кричи, не кричи. Но это нелогично. Нахуя мне щит, если я получаю с колеса рокировку и вынужден его кидать? Как это вообще должно работать? Но не кричи, но не кричи. Фатер, я кидаю в тебя чулки. Ну, ты согласен со мной, что это так не должно работать? Я... Связь плохая тут. Че, в смысле плохая связь? Ты чулки увидел, у тебя не может быть плохой связи. Он исчез. Итак, чуваки, у нас 5 вариантов. Сеттлеры, Хироленд, Баттлфлит, Готик, Вольферштейн и Рерол. Я предлагаю Вольферштейна выбрать. В наказание я, пока идет голосование, посижу в кроватке песика и подумаю над своим поведением. Даже без телефона. Даже без телефона. Чуваки, State of Mind — классная игрушка. Если бы вы ее выбрали, было бы так... Это ХПГ выиграет Юзя. Или выиграю я, если разведусь с женой и буду стримить 24/7. Но я не хочу. Я люблю свою жену и дочь. Придется воспользоваться магнитными захватами. Она запрыгнула за мной и вытолкнула меня. Вперед, вперед! Вот, блядь. Придется воспользоваться магнитными захватами. Прекрати! Илона, блядь! Да что такое? Всем, нас раскрыли. Уходим, уходим. Да чё уходим-то? Давайте постреляем. Да блядь, да сука! Просто пройдись, играй, и всё, ты меня настолько заебала уже! Пиздец, блядь, мне неинтересно нихуя в тебя играть! Совершенно ноль желания, просто пройдись, ква, блядь! Лучше и лучше с каждой минуты. Это колда, детка. Давай, давай. Я жую, жую, жую жвачку. Жую, жую жвачку. Жую, жую. Со мной моя любимая колдушка. Колдушка, давай, давай. Декор откуда? Командный центр Атласа. В городе. Мэл, привет. О, блин, мне показалось, что... Ты тут? Мне показалось, что котик из видосов Ксани обращается ко мне. А, привет, Лизон. Чё? Да, мне вопрос... Да. Один, держи! Давай, давай! Экзо, скрыть! Ну, он скрыл реально. Трой! Ого. Смотреть прямо! Ого. А кто меня бьет-то? Рядом не калится! Да кто меня бьет рядом? Не калится! Да никого нет рядом! Да кто меня хлещет? Да бля, да кто это делает? Алло! Я дал тебе второй шанс! Такой план мог прийти в голову только Гидеону. Лобовая атака на крепость Айронса с двумя механизмами. Держу, друг. Держу тебя. Идеальная концовка для этой игры, чуваки. Вы не понимаете. Она так и должна была закончиться. Мы приходим в мир с закрытыми глазами. Масяня, блядь. Ай, там прыщ был. Ну что, походу я к ТикТоку готовлюсь. Ты скипнул игру? Почему? Не хотел мне играть. Thank you.
Блять, это столько окон надо было запомнить. Да блять! Пиздец. Ничего не имею против твоих перформансов, но может реально... Какой перформанс? Не хочу я фотографировать. Отъебитесь, чат. Включайте стрим. Перформанс я в жопу засуну. И спасибо за донат. Он может фотографировать. Бьорн так игру и прошел. Факер разрешил фоткать, а я не разрешаю фоткать. Никаких компьютеров. No computers. Машины сосать, машины сосать. Восстание машин было прервано только что. Очередь. Как бы она, ну, как знаешь, как спецролл. Встает в очередь, да, в таком духе. Uh-huh. Вот. Я, теперь мне выпала ультрамашина. На моей игре, которую я проходила в текущий момент, стратегия. Я mm-hmm. дала ее Бьорну тоже. Вот. И вместо mm-hmm. нее я теперь думаю, я должна заролить новую, или вместо ролла новой я беру игру, которую он мне скинул, и которая у меня стоит в очереди, и ее как бы прохожу. Всем привет, с вами Юзя. Сегодня мы играем в серия 1000. Не, я уже не тот. Стоять, каменщик! Инспектор Узбек по не твоим собачьим делам, ты арестован за кражу хлеба. Я его съел еще в 15 году. Сука! А? Что за хуйня? Тупина, я же из металлолома сделан! Доброе утро, каменщик. Чё за хуйня? Это не хуйня, а кушетка. Что ж, позволь мне представить твоего лечащего врача. Доктор Еблан Уебланович. Какой Уебланович? Тот, который лечит 3 года твою дурную башку. Вот и порешали. Так, я чувствую приближение Рэмбо. Я хочу на перском дух Рэмбо поменять на выбор бумера. Чё ко мне приебались? Через Streamlabs там еще что-то идет. Там особо не донатит. Некоторые напрямую тоже кидают по 10 рублей. Как я, блядь, за этим всем услужу? Но, типа, когда я играю в плохого полицейского, типа, меня все начинают хейтить. Когда играет в плохого полицейского условный Мел, все говорят, а, ну да, да, типа, Мел прав, абсолютно, я полностью согласен. Пусть Мел тогда играет всегда в злого полицейского, я буду через него информацию преподносить. Я последний раз просто скажу. У нас было несколько собраний, когда мы новым участникам объясняли правила и что происходит. И я тогда говорил, что когда вы стримите ХПГ, у вас все донаты идут в ХПГ. В колесо. Абсолютно все. Типа, меня Лизон говорит, у меня даже Лизон спрашивал, а если мне донатер скинул деньги и написал, я не хочу в ХПГ, это все равно учитывается? Я сказал, все, абсолютно все. Чем слушал в этот момент Юзи, я не знаю. Но я правда, я не хочу сейчас нагнетать обстановку, потому что люди начнут это неправильно трактовать и будут говорить, что я опять мошню и приебываюсь. Хотя это абсолютно не так.
Я просто хочу, чтобы все играли по правилам. Так, я... Все очень просто, я не хочу быть мудаком. Ну, то есть, не, вообще-то, если уж кто-то назвал мудаком, то что поделать. Но не в этом плане, в смысле, раз уж слово дал, проебываться не хочу, то сейчас я посчитаю, сколько у меня за стримлапс вышло. В таком случае, и стримлапс сейчас верну тоже. И все слова, которые говорю, что не идет, оно на самом деле идет. Я был неправ, простите меня. Ебатель коров идет, вы видите, как случайно все трясется? Не знаешь, где этот театр? Его закрыли пару лет назад. Не глупи, Тим. Ты мне поможешь? Ну ладно, я знаю, где это. Нужно добраться до главной площади. Больше промахов не будет, я обещаю. Ну, мы просто пошутили, что ебатель коров идет, и я сказал, слышите, как трясется, и звук этот меня испугал. Пардон, все нормально. То есть ты мне сейчас обосрал? Не, не тебя, я просто испугался. Я принял тебя за это... За маньяка. За ебателя коров. Ну, не тебя. Ты не ебешь коров. Как бы, не важно. Я просто испугался. За мат замашнить. Факер был бы просто лучшим продюсером чего угодно. Просто чего угодно. Вот он может быть продюсером и убеждать всех, вообще не важно. Просто чего угодно может быть продюсером и будет самым лучшим продюсером. Если нужно будет по поводу чего-то с кем-то договориться. Просто легко. Просто на изи всех. Самое популярное, что с лаской, мне сказали... Из доверенных источников, что через 2-3, что у него компьютер все еще в ремонте и должен быть и должны его вернуть в течение 2-3 дней. И если его не вернут, ну, наверное, будем кикать и решать либо приглашать какого-то шестого участника с, так сказать, с какими-то поощрительными поинтами, ну, типа, так как человек врывается не на первую неделю, ну, там дать ему 150 поинтов стартов или что-то такое. 100-150. А второй вариант — это просто сократить количество участников до 5, убрать ну и за пятое место ТикТок, за четвертое место караоке, за третье ничего, то есть убрать одно пустое место. Ну, как бы, только два варианта я вижу. Факер, Иван, Мэл, Мэнчик, я грустный котик. Мне очень грустно от новости, что ты хочешь кикнуть ласку. Я ждал, когда Богданчик врубит стрим и залетит в ФПГ. Не кикай его, пожалуйста. Пусть у тебя все будет хорошо. Дай ему еще немного времени. Он сошел с верного пути, но я верю, что он вернется на него с поднятой головой. Мел, Факер, простите его. Why are we still here? Just to suffer. Every night. Привет, Мел. Факер. Это снова я, теперь уже веселый котик. Слышишь? Я передумал. Кикайте ласку нафиг. Он совсем офигел. Не врубает стрим уже 2 недели. Еще и игнорирует вас. Пусть у вас будет все хорошо. Мел. Факер. Не прощайте его. Год за годом растут большие города, все для народа. В любое время года нам навстречу встает великая страна, так добрый вечер. Кикайте ласку навсегда. Да, короче, с Богданом, типа, вот сегодня поехал разведчик Александр, насколько я знаю, туда. А учитывая, что информацию мы про Богдана узнаем только от Александра, да, сегодня... Да, ботан, разведчик Александр в день рождения Богдана поехал на разведку к Богдану, так что, в принципе, ну, через 3 разведка доложит, чувак. Дня через 3 мы получим разведданные, все нормально будет. Хорошо, супер. Хорошо, вот, пожалуйста, минус Ласка и Лизон, плюс Кекс и я. Ну, блядь, я не знаю, Факер должен быть, ну, реально дебилом, чтобы, ну, типа, отказаться. Ну, серьезно, блядь. Ну. Надо просто быть дегенератом. Ну, он не такой, я бы на месте, мы его не оскорбляем. Я бы на месте Лизон сам бы ливнул, чтобы как бы поинтереснее. Через Э, надеюсь? Надеюсь, через Э? Обязательно. Я уже сказал, кто ведется на слова Ильи, тому 5 лет, как бы.
Тот в интернете, тому провайдер интернет вчера провел. Ну, типа, кто верит до сих пор словам Ильи, которые искренне, Илья делает в интернете только одну вещь. Это поздравляет Жириновского с днем рождения. Все. Больше никакой искренности и правды в его словах обычно нет. Свет, и не стирай сообщения на автоответчике, которые оставляют для меня. Дай мне хотя бы прослушать. Тебе ясно, ты человек-кровать. Рома, тебе никто не позвонит. Ну, может, только если Сёма. То вряд ли. О чем мы разговаривали с братом неудачным? Потом поверь, я очень внимательно прослушиваю каждое сообщение. Спасибо. Своим орлиным слухом. Алло, Гер, это Данил, ты должен мне помочь, я хочу... Вот видишь? И потом, Ром, ты же сам звонишь своим девчонкам. А это, между прочим, стоит 50 рублей за минуту. Алло, это Марианна, я исполню все ваши желания. Ридинг-симулятор. Что? Так, ну давайте посмотрим, что нам заявляют в этой игре. Уже и такое, блядь, делаю. Уже и такое делаю. Бля, вот мне нравятся спецроллы у Бьорна. Бумер говно, зумер говно, зумер говно. В Лизон тоже говно, зумер говно, чат выбирает зумер говно, чат выбирает зумер, чат выбирает. Бля, найс роллы. Игра на Удемитсе. Створит новый свит. На справде в Украине заспаунился. В графике. Графика красива. Хмары объемни. А ты почему зеленый? Вань. А? Ты че дебилы себя корчишь? Иди дерево добывай. Когда мне в Майнкрафте скучно. Ты так и будешь? Ты так и будешь 5 часов стоять на месте? Не знаю я, что делать. Чего? Я дом строю, ты что, не видишь? То решаю я, какой конечно. Дом из грязи? Иди дерево постучи, рукой по дереву постучи. Так у меня есть дерево, побегать. О чем ты? У меня есть верстак. Ой, а что это впереди? А, это луна. У меня есть верстак, я могу мне его поставить, поможет. Но я хочу его в доме поставить. Может, я буду сам играть в Майнкрафт когда-нибудь? Нет, ты не понимаешь, стримеры не играют сами в Майнкрафт, они выполняют то, что говорят другие чаты. Иди, это не в чате, это в Дискорде. Почему я должен тебя слушать? Иди в чат и пиши там, что я должен делать. Мне. Он ладно, даже снится во сне. Все, сейчас пойду. Он и в полу, и в стене. Этой хуйни я ждал 40 минут! Лупа и Пупа пошли получать зарплату. Но в бухгалтерии mm-hmm. все перепутали, mm-hmm. и в итоге Лупа получил за Пупу. А Пупа — хуяк. Блин. О, кстати, ну, это искренний смех, потому что я думал, будет все намного проще, будет обычная залупа. Этой хуйни я ждал 40 минут! Все так, и факер никакой не лепрекон. Лепреконы в пещерах не живут и лысыми не бывают. Факер, гном. Как мы знаем из мира Толкиена, гномы — алчные существа, жаждущие богатства. Вопросы? Нет вопросов. What's your greatest wish? My desire is to be extraordinary. How will you do that? Блять, реально, порно с Билли Херингтона начинается. Go up. Мои глаза. Твои...
честно говоря, я так скажу. При всем уважении, я не уверен, что это подтверждение того, что Богдан жив. Потому что тут он живым не выглядит. Можно было поднять вот так вот труп, он бы выглядел примерно так же. Ой, Богдан, люблю его. Надеюсь, он, блядь, ответит, то он будет в ХПГ участвовать или нет. Заебал, сколько можно? 2 недели, нахуй. 2 недели, 0 информации от человека. Я ебал в рот, ну сколько можно? Я очень надеюсь. Короче, в пизду, типа, я, если завтра Богдан не появляется, если завтра до вечера не появляется, я напишу в конфе, что если завтра Богдан до вечера не появится, я предлагаю кикать. Но это невозможно уже. Это просто невозможно. Лиза 8 игр и 0 дропов. Она на последнем месте. Она не поняла правила игры. А? Нет, не смотрели. А ты посмотреть хочешь? Мама стримушку ждет. Мама, слушай, надо. Мама, Лиза, стримушку смотрели, я проснулась, стримушку посмотреть. Я не пропустила. Мама просто типичный зритель. Смотрите, что у меня. Жареная цветная капусточка. Ой, капуст и курочка с помидоркой. Меня всегда удивляло, почему цветная капуста называется цветной капустой, когда она, ну, белая, она вообще не цветная ни разу. Белый — это как... Ну хотя подождите, белый на самом деле цвет — это смесь всех цветов. Вы знали? Вот черный — это отсутствие света, а белый — это все цвета сразу. Поэтому получается, что белый — это действительно цветной. А мне заказали молчание? Я не видела. Сейчас поем. А ну хотя давайте как раз пока ем то, что надо. Все, молчу. Лиза, если тебе нравится Богдан как мужчина, с которым ты хотела бы просыпаться в постели каждое утро, готовить завтрак, потом гулять в парке под ручку, а вечером... Сказать, что это? Доченька моя, бедная моя, надо же, какой квест тебе дали. Долго тебе еще молчать? Еще минут 10, 15, 20? Не знаю. Да, жалко, я не привыкла. Мне очень понравилось там в чате одно выражение. Мальчик пишет: Лиза, ты такая симпатичная, красивая девочка, мне по душе твоя внешность. Но то, что ты молчишь, мне еще больше нравится. Я так ржала, я тебе говорю, так смешно стало. Молча поставила уже и все. Ну, извините, я сегодня молча уже поставила себе PlayStation эмулятор и на него пинбол. Так такое вообще началось, что пипец. Я больше ничего не буду ставить молча. Просто ничего. Я буду каждую херню спрашивать у Факера. Буду задалбывать его с каждой просто ерундой. Сейчас покажу такое. Такой бутер. Вот, сэндвич целый такой вот. С рукколой, мяском, сыром, маслом, помидорками. Булочка с маком. С маслом. И с маслом там. У меня баф мамы. Мне кажется, надо в колесе, знаете, будет добавить что-нибудь. Там типа бутер от лаврухи. Баф. О, торговец. Пожалуйста. Пожалуйста, стой. Маленький торговец. О, не уплывай. Так почему тут нельзя кинуть какой-нибудь сигнал? Типа, эй, я поторговать хочу, стой. Нет, блин, бред какой-то. Как же я ненавижу эту игру, сука. Мне ни с одной игры еще пока не горело так, как с этой. Ян, сделаю свою игру. У меня всегда была мечта сделать свою игру. Я сделаю сам. Научусь программировать и сделаю игру.
и вот он высрал. Я не буду смотреть никакие клипы с Лизун. Я сказал ей, не, ну, типа, не разговаривать со мной. Типа, мне без разницы, что она скажет дальше. Типа, человек просто показал, что абсолютно, ну, не хочет разбираться в ситуации, ну, типа, в таблице, и просто хочет посмотреть на первое место, и неважно, что у этого человека после первого места, какие у него события, какие у него ситуации, она хочет просто увидеть число и ёбнуть туда. Я тоже буду видеть ловушку и буду выбивать у неё стримбернаров всех. Вот, вот ж ничего себе, я должна думать, да, кого из лидеров мне лучше топить, Мэла или Факера? А для меня все равно, они для меня все выше меня, мне всех выгодно топить. Почему я должна вообще об этом думать? То, что из... То, теперь, понимаете, от того, что теперь из-за этого Мэл обгонит Факера, мне вообще ни тепло, ни холодно. Или Юзи, мне вообще насрать. Будет Юзи потом на первом месте, я буду на него кидать. Почему я должна... Я и так на последнем, мне не важно, кого из них топить, мне не важно. Потому что я и так ниже. Понимаете? Ребят, не хейтите Факера. Он хороший человек. Я вообще... Я не против Факера. Можешь закидывать меня. Чем хочешь. Я все равно люблю тебя. Вот если ты слабый, ты дропаешь. Если ты сильный, ты проходишь. Вот так я думаю. Я дропаю эту игру. Официально заявляю. Получаю минус 17 ГГП. Минусую себе заряд. Кишишки баба, короны и жилетки. Вот вы думаете, что я проиграю в ХПГ, ребята, но квесты, головоломки, три в ряд — это моя стезя. Там говноигры, наигры, но это моя стезя. Я это пройду и не замечу, просто щелкну. Пандемия. Скорее не пандемия, а ловушки Джокера и бухгалтерия. Есть часов за 10 кгп. Человечка, знаете, зрителей 20, 30, 50. Смотреть его. Сидеть в чате, общаться. И невзначай написать. О, я тоже стримлю. И стример, так как у него не очень много зрителей, будет общаться с тобой. И как бы ты будешь постоянно сидеть в чате у него. И так или иначе он о тебе узнает. Возможно, как-нибудь тебя захостит, зарейдит после своего стрима на свои 50 человек. И у тебя, возможно, останется 2-3 человечка оттуда. Так, потом ты можешь переходить на уровень повыше. Потом, когда у тебя у самого будет уже зрителей 20-10, ты также начинаешь смотреть стримеров, там, у которых по 100, 200, 300 зрителей. Точно так же пишешь в чате. Возможно, у тебя уже появляется галочка. Либо, допустим, можно поставить себе перед ником какой-нибудь значок, допустим, от Твичкона, если ты покупал билет на Твичкон, либо Турбо. Ты будешь в чате сразу намного более заметным. И продолжаешь по этой же стратегии, только с более популярным стримером. Как вам Женька Арабудыш? Ну что, очень хороший стример. Я, кстати, его смотрю с превеликим удовольствием. Да, я вот смотрю Ласку, я смотрю Женю, я, ну, конечно, Лизу. Ну, у меня еще много ребят есть, которых я смотрю. У меня очень большой список. Мне очень нравится Крабик. Очень нравится. Почему я иногда смотрю все это? Мне очень интересно проанализировать, вот чем живет современная молодежь, потому что ее иногда не понять. Понимаете, мы-то жили в других условиях, у нас были другие жизненные приоритеты. А теперь для того, чтобы понять, вот почему человек проводит столько времени за компьютером, нужно исследовать эту ситуацию. Нужно понять, почему люди так много времени проводят за компьютером. И вы знаете, в некоторых моментах я даже увлеклась. То есть это такое, знаете, отслеживание людей через виртуальное какое-то общение. Мне оно, с одной стороны, непонятно, а с другой стороны, надо к этому привыкать, за этим будущее. Посоветуйте, где сделать ставку на спорт? Не знаю, я в тотализатор не играю ставку на спорт. Может быть, в пари-матч? Ага, полетели. Это Лизочка мне подсказала, на ушко нашептала. Не слышали. Это торт. Мам. Что? Расскажи анекдот тот самый. Тебе донат скинули? Ну, все ждут. Я тоже хочу вспомнить, что за анекдот. Не стесняйся, все свои. Ребята, стыдно, конечно.
Хорошо. Петька и Василий Иванович пошли на пляж. Ну и, конечно, глазами по теткам стреляют. Петька говорит: Василий Иванович, ты посмотри, какая дама. Какая-какая? Да вон та, в белом купальнике, в зеленый горошек. Да ты что, Петька, у меня на этот зеленый горошек майонезу не хватит. Саша-то как его? Сигала. И бедненький Сигала, он заболел. А я знаю, что Сигала живет в Питере. Я Лизе уже звоню. Лизочка, Сигала заболел. Мне его так жалко. Может быть, ты ему напишешь, я ему домашние лекарства, там вареница принесу, понимаете? Ласка там тоже что-то зачихала, все, а мне уже хочется бежать, помогать там. Или Ласка говорит, что вот у него там мусор не вынесен, понимаете? А я такая чокнутая, мне уже хочется побежать. Ласке предложит: Ласка, ну давай я буду к тебе хотя бы раз в неделю приходить там, убирать твой дом. Да, я очень хочу внуков, очень хочу. Вы понимаете, мой внук уже вырос, уже все, уже его не понянчишь, груди не прижмешь, не насладишься теплом. Я помню, когда мой внук родился, и мне его дали впервые подержать на руках, наверное, года два я чувствовала вот это тепло на левой руке и с левой стороны у сердца. Вы знаете, вот это вот тепло ребеночка, которого к себе прижал. Ой, это было что-то. Конечно, хочу. Может быть, тогда я хоть вот от этих стримов отстану, я перестану сидеть, играть, перестану вас смотреть. Ласка, хороший зять. Ну, какой Ласка зять? Когда он мне родственник? Вау, темный мессия меча и магии! Star Wars Battlefront! Арма! Star Wars Battlefront 2! Портал! Star Wars Jedi Academy! Вау! GTA 3! Army Man! Ебать! Бля, чуть-чуть до темного мессии не хватило! Ну, жизнь моя же... 59 часов. Улицам шла звездной поступью царицы слов и чисел простота у небесного моста раскидала перья птиц только рюмка водки на столе, ветер плачет за окном. Али, свет звезд коснулся крыш, сквозь вьюги и печаль. Ты голос мой услышь, на-на-на. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Человеческая кисть невероятно тонкий инструмент. Задумайтесь, как много косточек, мышц, жил работает на то, чтобы ваша кисть работала. Это же просто нихуя себе. Просто задумайтесь, насколько это тонкий инструмент. Покажи руку, Кристин Чат, ты настоящая. Ненавижу карликовых слонов! За что, ХПГ? Да за что? Сука! Страшно! Блин. Он же, по-моему, продолжал бежать за мной то время. Я боюсь, что он вот-вот выскочит. Блять! Сука! В смысле? Он сквозь дом прошел? Или что?
Отстань, я люблю Йеннифер. Мэтт и зануда вместо Ласки в ХПГ. Анонсированного участника ХПГ. Садопопин. Отныне Форсен будет главным по машине в ХПГ. Панасенков изъявил желание стать участником ХПГ 3.0. Скажу вам один невероятный момент. Посмотрите. В этой игре можно бить правой и левой рукой. Изначальные бинды – правая кнопка мыши и левая кнопка мыши. Но я парень смышленый. И в первые 10 минут игры забиндил удар правой рукой на колесико вверх, удар левой рукой на колесико вниз. И теперь боевая система выглядит так. Я гребаный гений. Пиздец, я, видимо, так много денег оставил в стоматологии, что они позвонили и поздравили меня с днем рождения. Кристина подарила мне Steam Deck. И знаете, что я сделал первым, совершенно, типа, одна из первых вещей, которые я сделал со Steam Deck'ом. Посмотрите, как он у меня теперь выглядит. Вот! Вот! Аккуратно извлекаем подарок из коробки. Это Сигмайер. Господи, ну и санина. Ну и санина. Жесть. Не пойду в ХПГ, не пойду! Не заставишь. Вот этот? Да, это он. Блядь! Насквозь, блядь. У меня только одно объяснение происходящему. У него нет мозга. И типа просто пуля попадает в голову, блядь, просто пролетает насквозь, и, соответственно, ему похуй на это. Нету мелочи, нету мелочи, извините. Нету. Прекратите, пожалуйста, себя вести так. Нету мелочи. Да это урод, я понял. Вы дурные? Вы дурные? Алло. Блять, куда потащила машину? Стой! Так, на скорости пролетаем, на скорости. Они мне ничего не сделают, смотрите. Ну да. Тут что надо смотреть на дорогу, когда за рулем? Нельзя смотреть в телефон и всякие другие штуки. Небо и звездам не видать с вершин, как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Ну, сука, попался, блядь, мудила. Нахуй пошел, блядь, понял? На, блядь! Москва, Москва, забери меня домой.
что я могу сказать? Охуенно? Смотрите, вот собака, например, да, ебет машину. Нахуй пошла просто и все. Просто раздавил ее. Так, знаете, что хочу еще проверить? Что будет, если въебаться сильно? Вот, допустим, я еду, и такой бам в дерево, так хуяк. Да ему похуй, он не ломается, блядь. Самое интересное, что вот так они не агрятся на меня. Суд, еще как суд, да. Нихуя себе. Это щит вообще? Черная магия. Блять, ты чё рофлишь? Что, блядь, да как так-то, ёптить? Алло, меня слышно? Меня слышно, братан. Братан, все, меня слышно? Да, тебя слышно, да, братан, тебя слышно. Спасибо, братан, а тебя слышно, братан? Все команды слышат. Да? Ну, мы сбили одного человека. Смотри, тут кто-то уже указывает тебе, что делать. Ты взорвал... Погоди, я ты... не знаю. Ты, блядь, врезался в... Чел, выйди и посмотри, вот выйди. Блядь, чувак, ну... Чувак, я ничего не врезался, я ни во что не врезался. По-моему, ты вызвал, судя по, это твой стиль. Не-не-не. Так, ладно, вот... Не-не-не, это Вася какой, я нормальный чел. Так, берегись! Бочку сделать, как думаешь, получится? Я тебе дам, давай хотя бы. Не надо никаких бочек. Вон, смотри, что-то летает. Но по-любому не наши же, да? А, мы взяли, кстати, плантации. Вот, нам прилетели в порт. Все, ты видишь, что происходит? Да хватит, блядь, ну кекс, ну какого хуя? Ты что, карту рассматриваешь? Тут такое происходит вообще. Да, блядь, зачем я к нему сажусь вообще? Я ни минуты не прошу, ты серьезно, блядь, ты даже не видишь? С тобой. Да, летит. Это наш летит. Вон, вижу. Слева, разбрасывает приманки. Сосать! Пожалуйста. Где ракета вообще? Ты чё, блядь? Почему? У меня ракета испарилась. Принял, найс инфа. Мне развернуть? Нет. Лежать, еще один. Кирилл, на горе, блядь, посмотри. Да это я, это он горит, это я. Стреляй в него, стреляй, он, блядь, с этим, с базукой, блядь. Если бы чисто теоретически, например... Не, конечно, так же, как когда отсасываешь себя вперед. Понял, хорошо. Просто мне показалось, назад это, типа, прикольно, понял? Ты бы мог видеть свою жопу, как будто, ну, типа, это чужая жопа. А если снизу, то... Нет, ну... то же самое было практически. Нет. Как будто тебе сели на лицо. Но если ты супер глубоко просунул... Ты вот как бы предпочел, чтобы тебе тянк сел на лицо? Чтобы она села на тебя как на горшок, то есть, типа... Либо она была бы лицом к тебе, то есть, как бы... Ну, понял, да, типа? А есть большая разница разве? Ну, мне кажется, да. Да без разницы. Ну, то есть, ты согласен на это? То есть, ты как бы, ну, типа, true пацан, true... Ну, конечно, я в тюрьме бы хотел быть среди своих. Все, я понял. Ну, хорошо. Ну, типа, ни разу не попал. Пошли в Валорант. И чё? Чё в этом Валоранте? Красивые киллы будешь делать. Там больше игроков, чем тут, понимаешь? Ты, типа, видишь, что... Нет. Ну, как же ты красивый килл сделаешь? Я лучше попрошу Ксюху сесть мне на лицо, чем такой херней заниматься, серьезно. После стрима. Чем играть в Валорант. Это и то будет круче. А, во, одиночная игра. О,
Появилась одиночная... Вот где проблема у них. Вот она. Появилась одиночная игра. Так. А, ну да. Вот она, вот она. Ничего они не фиксанули за ночь. Вот эта залупа. То есть, понимаете, ну, чтобы эту ошибку избежать, надо один раз попробовать запустить то, что ты сделал. Типа такой, братан, ты, вот ты, да, ты работаешь сегодня над тем, чтобы игроки играли в одиночном матче. Ты готов? Да, работай. Через час к нему подходит, что ты сделал? Да, сделал. Отлично, выпускай. Типа, а зайти? Один раз зайти, просто, ну один. Ну один раз зайти, проверить, но почему нет? Да зачем я выпил? Ёб твою мать, мисклик. Ну, благо, я разбираюсь, как это тут. Аккуратно. Да ёб твою мать! Давай попробуем найти что-то. У нас, говорят, два... возле дома есть листья с желтым цветком. Блин! Ё-моё! Опа, банан. Да блин! Настя, ну господи! Там банан был. Тебя опять укусили? Да. Сколько можно, Настя? Ну, пожалуйста. Ну, ты же сказала, будешь за мной идти. Ну, ты... ну я банан. Ты, может, звук погромче обратно сделаешь? Ты меня еще пугаешь, я чуть не обосрался. Понедельника, скорее всего, мы с Ильей стартуем не ХПГ, но мы стартуем с ним СГГ. Мы вдвоем хотим просто пройти одно колесо на 30 часов наказания. Ну, 3 часов, я считаю, много, но мы с ним поболтали, и типа... Он говорит, ну не будем духоту друг другу заказывать, и нормас должно быть. Вот, соответственно, к чему я это говорю вообще? Ну, просто дать инфу. И также, если у вас есть идеи, именно наказание, может быть, или количество отрезков, вот это нам интересно. Так, плюс-минус 7 отрезков хотим просто сделать и просто соревноваться между собой, и все, просто пройти 7 игр. Ну, естественно, с дропами, там может быть больше. Так, без что, Кирилл, без донатных тебя? Колес, без сабовых колес и так далее. Удалите нахуй. Вова, удали. Удали, блять. Это пиздец. То RTX Voice. Я разучился стримить просто, блять, после санатория. То RTX Voice, сука, в этом. Ой, блять. И нахуя это все было? И нахуя это все было-то? Посмотри. Так, а почему здесь лестница закончилась? Блять! Блять, спустись! Почему ты на сцене не спускаешься, сука? Ты стоишь у края! 100 раз уже пробовал на сцене нажимаешь, он спускается здесь, он не спускается на сцене! Хотя рядом стоит! Да почему же ты такой ублюдок? Все было не так. Да пошел ты нахер, все было именно так! Кривожопый криворог! И смотри, получается. Получается. Что он делает? Он сокращает проценты. О, нет. Да. Нет, нет, нет. Этого тоже не было. Могу я продолжить? О, дети. Давайте. Не будем их... Ебать, там метеор! Метеор! Блять, вы видели это? Метеор, блять, был! Нихуя себе там кусок улетел!
Хей, молодежь, блин, привет, друзья! На этот канал заглянули не зря. Будем сейчас мы все тут болтать. Выигры всякие, всех побежда, а вот! В таких кустах можно просто обосраться. Никого не найдешь никогда. Ой, бля. Что? Я извиняюсь, что... Блин, ты чё, сука? Не, это бред какой. Кстати, такого я еще в этой игре не видел, блядь. Настолько... Настолько обосранные штаны в этой игре я еще не видел, честно говоря. Чё это вообще, блядь, значит? Чё это за непуганные звери? А, ты выжил? Ты выжил! А, блядь, да пожал, пошел ты! Нет, такого я в этой... Чё это, блядь, больные звери какие-то? Подожди, пожалуйста, роднушка. Нет, нет, вот это меня просто выбесило сейчас в этой игре. Да это хуйня какая-то. Насчет того, что моя прическа похожа на прическу Ильи Варламова, это чистое совпадение. Это чистое совпадение. Должен сказать, что у этого человека вот в этом смысле отличный вкус. У меня такой же. Но, как сказать, мы с ним занимаемся принципиально разными вещами. Вот я рассказываю про матанализ. А, блядь! Чё за хуйня, мистер Чел? Дебил, что ли? Я чуть с ума не сошла. Как? Блядь, как мне научиться быстро эту хуйню ставить? У меня чёлка отросла, видите, какая длинная стала. Смотрите, просто... Эмма. Я не такая, как все. Я люблю слушать музыку. Сидеть одна дома. Я не такая, как все. Я странная, но это неплохо. Это в жопу. Так, вы что тут делаете, чуваки? Классно стреляешь? Сразу видно мастер со мной в команде. Так, ну-ка покажи еще свой скилл. Братишка, ты в курсе, что ты стреляешь в дробаша? Куда? В кого? Прекрати, ради бога, а? А девочки, как мы можем видеть на примере, наш любимый... Джейн Биркин, здесь макияж в стиле 60-х годов. Века подчеркнуто темными тенями. Здесь создается полосочка на уровне, где ваше века складочку имеет, естественную. Полосочка дополнительная темная. Немножко в стиле твиги. Очень стильно получается. Глаз становится визуально больше. Такая геометрия, конечно же, не всем идет, но многим очень подойдет. Да-да. Да-да. Мы и так едва сдерживаем атаки. Сигнал СОС все еще идет оттуда. Попробуйте вытащить сталкеров, если они еще живы. Так, если что, для модеров Твича я в шортах. Они просто розовые. Если вдруг что, мы тут все-таки джаз-дэнс танцуем. Но вообще этот фартук — это отличный лайфхак для джаз-дэнсеров, кто планирует танцевать в юбке, потому что делаешь вот так. Пепе, отстань от меня. Не бей меня. Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе. Ты смотри в мои глаза. Брось трепаться о судьбе. Ведь с тобой мой мусорок, я попутала рамсы. Завязала узелок, как тугие
косы. Короче, вы будете смеяться, но дело в том, что я не стримил, потому что я ненавижу стримить. Я хочу ХПГ. Колесо. 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 Что я, наверное, поеду отвечать сигалом. Это как ХПГ, только у меня двойное ХПГ в жизни. Всем пока, ребят. До завтра. Завтра будет кинострим. Пока.